форт легионов, он же форт Владимир, форт цитадели Варшавской крепости. Находится он у нас где-то вот в этом направлении. Цитадель за спиной на севере. Здесь возвышение идет метра на 2,5, наверное. По идее, где-то здесь должен быть вход и сам форт. А вот и форт. Встраивали тоже несколько раз. Форт легионов был построен в 1851-53 годах. Трехэтажная артиллерийская башня была возведена по проекту французского укрепления Марком Монталембертом по плану незавершенного кирпичного такого как кольца, или как его назвать. Форт был окружен сухим рвом. Вот эти бойницы, они уже служили для защиты самого рва. С обратной стороны, ну то с возвышения, тоже идет спуск. С той стороны, как бы одна линия, наверное, для держания обороны, если что, то оборона уже шла с позиции, в том числе из вот этих бойниц, которые вы видите на нижнем уровне. Проход, скорее всего, есть из этого здания в вот эти казарменные или какие-то там боевые или складские помещения, которые под нами. Сейчас мы туда спустимся. Точно так же можно было ходить и прикрывать, допустим, этот коридор как с одной стороны, так и простреливать его с вот этих бойниц. В описании к форту говорится, что сухой ров был с северо-западной стороны. Мы сейчас находимся на юго-восточной стороне. Сюда даже нельзя, наверное, спуститься. Между башней и рекой Вислой была сооружена земляно-кирпичная батарея с контуром перевернутой буквы L для защиты прохода через реку. Следов мы вроде как от этого не обнаружили. После 1865 года башня была модернизирована. И с восточной стороны ров был засыпан. Это уже западная, юго-западная часть. Вот как оно выглядит. Ну, здесь парк, тоже рельеф могли, в принципе, поменять. Сейчас мы туда, наверное, дойдем. С юга и запада был возведен земляной боевой склон, а у ворот кирпичный гальюн с земляной насыпью. Вот этот склон. Как раз этот склон и сохранился. Надо поднять вверх. Восстановление. Героям восстания 1863-64 годов. В 1916 году в западной части вот это поле находится ровно на запад от форта, был установлен мемориальный крест. Но, наверное, это уже, это новый крест. Здесь могло оно все выглядеть иначе. Там продолжение парка в ту сторону и следующий форт. Вернемся ближе к стенам. После создания вообще всего комплекса Варшавской крепости форт потерял свое стратегическое значение. В 1905-1906 годах и в 1909 году здесь была тюрьма. После разоружения в 1914 году, во время Первой мировой войны, здесь был военный архив. Форт находился под плохим присмотром, и местное население похитило хранящие здесь файлы на дрова. А в 1919 году здесь произошел пожар. Спуска нет. Укрепление сделано таким образом, что можно через несколько переходов выйти на внешнюю сторону, в подземную часть. Интересно было бы, конечно, посмотреть в реальности, как это выглядело бы во время боевых действий, штурм такого здания. Мне кажется, мало кто бы полез туда вниз. Просто бы... Так там трупы были бы, там больницы расстреляли. Да, так расстреливали бы с одной стороны, расстреливали с другой стороны. И кто бы туда полез? Я про это и говорю, что, может быть, штурмовали бы сюда какие-то, да, не знаю, какие-то мосты бросали на крышу или что-то типа того. Это было бы логично. Да, или просто штурмовать вот только с этой точки. Есть рисунок 1915 года. Вот как выглядела эта часть башни. И вот как оно выглядит сейчас. Фотография или эта картина была нарисована
Ракурс был взят с вот этой вершины, скорее всего. Ведь этот гребень бойницы, они тоже попадали в кадр. И вот эта часть крыши тоже совпадает. Но здесь раньше была достроена еще часть, вот которой на данный момент нету. Может быть, даже правильно, потому что по этой насыпи, в принципе, смотри, можно было забраться практически на крышу. То есть, как бы, одно из слабых мест. Логично, что его убрали. Ну, в принципе, на это, наверное, и рассчитано было, чтобы те стороны были менее уязвимы, ну и все силы обороны на вот эту часть приходили. Подойдем к входу. Посмотрим следы попаданий на стене. Прям как какие-то средневековые крепости. Да. Вот так выглядит эта территория под куполом. Крыши, получается, нет. Это место крыши купол. Артиллерия стояла-то, получается, отсюда. Эта территория используется для разных мероприятий. Каких-то там праздников, банкетов. Ну, может быть, еще какие-то культурные программы. Ну, давай так по кругу пройдем, посмотрим все, что можно увидеть, показать. Штукатурка, какие-то вещи. В 1918 году форт был передан Центральному военному архиву. Использовался для каких-то складских целей. Были также уничтожены, замурованы некоторые бойницы. Но вот мы сейчас не видим следов, где вот реально здесь могли быть такие замурованные бойницы. Кстати, да, вот замурованное одно окно. Решеточки. Тюрьма. А, его замурованные, вот. Да, вот о чем и шла речь. Замурованные внешние бойницы, во всяком случае, здесь. Я гляну, или есть клейма. Нету. Это если кто-то уже лезет в это окно, то можно с второго уровня, скорее всего, или гранату бросить, или выстрелить. Она тоже, кстати, она вон замурована. А вот это прикольно. А видишь, а да, там не замурована. Вот эта часть тоже. Там не замурована. Угу, я сейчас покажу. Здесь они убрали кирпич, такой же, как и здесь было, и на остальных бойницах. Изначально вот так оно выглядело. В 1935 году вот эта восточная часть рва и некоторые коридоры были засыпаны и замурованы. Сначала мы подумали, что это в 1918, когда под архив переделывали, замурованы были бойницы. Ну, как видите, оно замуровано, и это тоже есть бойницы. В 1936 году делали, в общем, что-то аналогичное. Конкретно на каком этапе что было сделано, сложно сказать. И, возможно, эта стена вместе с бойницами продолжалась точно так же аж до сюда, например. То есть здесь была еще стена, потому что у нас есть еще одни ворота. Или, смотри, где ворота, вот эта сторона, отсюда, может быть, шел такой же коридор в эту сторону. Точно такой же, как и там. Оно как бы по высоте, в принципе, совпадает. Может быть, так оно и было. И, получается, уничтожили вот эту часть и сделали такой плавный заезд, ну, уже там для каких-то других целей. В сентябре 1939 года, это уже начало Второй мировой войны,
Здесь были установлены зенитные пушечные установки. В результате ошибок руководства во время Второй мировой войны очень много отчетов разведывательных центров, документов контрразведки, отчеты Германии, России, личные дела офицеров были захвачены немцами. Потерянные архивы использовались потом для ликвидации сотрудников польской разведки, контрразведки и активистов, которые боролись за польскую независимость. После Второй мировой войны армия снова использовала это здание. Здесь были хранилища карт, униформ и тому подобное. Также упоминается, что была скульптурная мастерская. В то время, как раз после войны, часть этого здания была затоплена, какие-то, наверное, нижние уровни. И тогда возникла как раз легенда о том, что отсюда может существовать туннель под Вислой на другой берег. По словам вот этих сотрудников, говорят, что это частная собственность. Я вам показал часть тех комнат. Оно все одинаковое. Ну, далее там стояли просто кальяны, какая-то зона отдыха. В принципе, все, что можно было показать интересного об этом форте, мы показали. Здесь вниз спуск, метра 2-2,5. Там, где дорога, автомобили ездят, тоже видно, что чуть ниже рельеф. Это был форт легионов, он же форт Владимир. Идем далее. Следующий форт Алексей или Траугута. Находится где-то совсем рядом. Это форты обороны цитадели Варшавской крепости.